Это фотография не моя, мне прислали фотографии, как работают. Даже применили слово барботаж, а я-то это, полухимик, полуметаллург, поэтому я слово барботаж не знакома. Короче, пригодилась фотография для чего? Еще раз нужно сказать, вопрос был, я обещал ответить, отвечаю. Вот. Отвечаю так, а мне его задало уже человека 3, а у меня держит еще человек 300. Что, надо ли, вот человек получил от меня косточки, надо ли их помещать специально на там, кто на день спрашивает, может кто на 2, кто на 3, надо ли их замачивать. Вот, я вынужден сказать так, во-первых, когда замачиваете, они всплывают, не вздумайте считать, что они негодные. Вот. Вот это вот крупный план. Вы можете даже не видеть, что на них вот дама или мужчина, кто мне прислал, я благодарен, слово барботаж, я за нее зацепился, там письмо упоминалось. То есть поснимались пузырьки, и они опустились на дно. Вот это не можете ошибиться и выбросить. А я уже с бракованными работал, которые действительно всплывали. Я фотографии показывал, а потом сходили еще как рано. То есть оказывались вполне этими. А у меня тем более, повторяю, снимаю с дерева, вот, снимаю это слово образно. Жду, пока упадут, наполовину перегниют, фотографии показывал уже не одну десятку, а может сотню. Вот, полусгнившие, непригодные уже к еде, собираются. Ну, потом довяливаются, пока привезли, пока время нашли, расковыряли, помыли. 2-3 дня подсушили. Если потом чуть-чуть плесень, то можно потом еще помыть, подсушить. Ну, в принципе, этого хватает. Ну, 3 дня. И ну, только на свежем воздухе, на теплом балконе. А так, в принципе, даже больше времени. Ну, может, 4-5 дней. И они не успели внутри, совершенно не успели высохнуть. То есть они в замочке не нуждаются не в тот момент, когда их в банки складываем. Плотно закрученная крышка. Высыхание не происходит. Вот. Так как там кислорода маловато, замедляются все процессы. Это чисто момент. Наступает, вот сейчас в эти дни были они завернуты в эти куски полиэтилена, второй песок, так, замотаны, подписаны десятками, и опять банку, и опять холодильник, и опять крышка плотно закрыта. Все. Получается необходимость замачивания. Для меня замачивание – это процесс как бы торопления. Ну, такое слово привел. Торопить, тороплять не надо. Вот я хотел сказать.